Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача номер 79. Дано. Нам даны три точки А, Б и С, лежащие на одной прямой. И сказано в условии задачи, что точка М – это середина отрезка АБ. Вот она, точка М. А точка Н – это середина отрезка АС. Вот точка N. И нам нужно доказать, что отрезок BC равен двум отрезкам MN. Ну, давайте рассмотрим отрезок AN. Отрезок AN можно представить в виде суммы двух отрезков. Отрезок AM плюс отрезок МН. Отсюда мы можем выразить отрезок МН через отрезки АН и АМ. И тогда МН будет равно АН минус АМ. Что такое отрезок АН? Отрезок АН – это 1/2 отрезка АС, поскольку точка Н является серединой отрезка АС. Точка М является серединой отрезка АБ, поэтому отрезок АМ – это 1/2 отрезка АБ. Таким образом, МН равно 1/2 АС минус АБ. Что такое АС минус АБ? Мы можем отрезок АС представить в виде суммы двух отрезков АБ плюс отрезок BC. Отсюда отрезок BC будет равен AC минус AB. И вот мы имеем равные части. Значит, таким образом у нас MN равно 1/2. Вот AC минус AB, это у нас BC, 1/2 BC. Или мы можем записать, что BC равно 2mn, что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения, пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.